Бочаров поздравил участниц, а в их лице всех жительниц региона с Международным женским днем. Пользуясь случаем, я благодарю вас, уважаемые женщины, за созидательный труд, ваших всех коллег, соратников, кто находится рядом с вами. Я благодарю вас за то, что вы есть, за то, что нам помогаете, за красоту, обаяние, любовь, которую вы дарите. Ну и, конечно, еще раз с наступающим праздником. Губернатор подчеркнул значимость взаимодействия власти с Волгоградским союзом женщин России, с женскими общественными организациями. Диалог идет в постоянном режиме на разных площадках и разных форматах. В центре внимания актуальные вопросы социально-экономического развития Волгоградской области, поддержки материнства и детства, помощи семьям, в том числе многодетным и где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, людям старшего поколения и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Отдельно на встрече глава региона остановился на вопросах развития здравоохранения. Поддержка служб материнства и детства реализуется как один из приоритетов масштабной системной работы по созданию в Волгоградской области единой современной системы медицины.